11 апреля – Международный день освобождения узников концлагерей. В Ангарске сейчас проживает 45 человек, у которых фашизм забрал детство. В большинстве своем это измученные болезнями пожилые люди. Во дворе скульптуры «Нефтехимик», где сегодня проходил торжественный вечер, смогли прийти лишь немногие. Разве можно забыть пепелище сожженных деревень, руины городов и толпы беженцев на дорогах и вокзалах, гибли сыновья, дети, братья, сестры, мужья, жены. Война разлучила семьи, обездолила детей и погасила радость в их глазах, убила детство. Каждый четвертый погибший – это ребенок. Воспитываются дети как раз вот на том примере самоотверженности, вот выдержки, упорства, которое выстояли наши ветераны. Поэтому сегодня вот то, что происходит здесь, это, конечно, необходимо молодому поколению. На этом примере они должны понимать, что патриотами в жизни необходимо быть. Второй год организация размещается в 38-й школе. Так бывшие узники ближе к молодому поколению. Юные ангарчане из первых уст узнают о том, что пришлось пережить людям в тяжелые военные годы.